Досматривать в аэропортах будут по-новому. Правительство намерено прописать правила досмотра службами авиационной безопасности. На входе в аэропорт пассажиров будут встречать частные структуры службы авиационной безопасности. Они могут досматривать человека, проверять его документы и билеты, а если надо, то и прощупывать специальными вопросами. В случае, если охрана заметит в поведении человека нервозность, обеспокоенность и суетливость, он будет проходить психологический опрос для определения степени его потенциальной опасности. Если сотрудники авиационной безопасности сочтут поведение человека крайне подозрительным, то отправят его на личный досмотр. Правда, обыск будет проводить уже полиция. Аэропортовская же охрана может обыскивать только вещи пассажира.